Произошедшая в Японии трагедия затронула весь мир. Многие артисты наотрез отказываются ездить с концертами не только в саму Японию, но и на Дальний Восток, который граничит с пораженными территориями. Многие, но не Сергей Лазарев. Правда, на гастроли в те края Сергей отправился с дозиметром радиации, который ему подарила мама на день рождения. Среди артистов в Москве паника. Очень многие отменяют гастроли, рассказал Сергей. Уже приехав в Хабаровск, я понял, что все страхи преувеличены, хотя меры предосторожности я все равно принял. Выпил красного вина и еще выпил йод. Ну, на всякий случай.